Всем привет! Сегодня у нас будет прокачка и обзор одного интересного героя. Будем качать ему новый талантик. Сегодня у нас помимо акции с грубой силой, которая дешевых скинов, появились наборы сокровищ. Вот один неплохой набор. Дают исцеление. Ну, как бы третий скин. Но вот это самый топовый набор, железная воля, воодушевление и 25-х сета. То есть для того, кто бегает Минотавром, однозначно надо забирать железную волю плюс воодушевление там на тыковку, если у вас ее нет, с нормальным талантом. Так, ну что, будем сегодня эту железную волю распечатывать и испытывать на Медузе, на Лиде Лео вы уже видели. Я поставил и поставил не зря. И хочу это сделать то же самое на Медузе. Вот у меня есть ремочная Медуза. В принципе, она мне не особо нужна. Я использовал БВшную на лабиринте. А сейчас хочу тоже вкачать железную волю и сегодня протестировать этот состав. Уже как он будет себя показывать. Так, железная воля распечатать. Заменить. Такая вот медуза у нас, рунами стоит ремочка, артефакт. Сейчас поставим ей вот так вот меч молнии, чтобы быстрее бежала и ультовала со второй линии. В снаряге у нее стоит плюс одна клетка. То же самое у Леди Лео, то есть у них дальность атаки 4 клетки, плюс еще одна, получается, они быстрее включатся, чем вражеский герой, либо такая же медуза. Также плюс имеет шанс наложить молчание на 2,2 секунды, кулдаун 7 секунд. По созвездиям она собрана на крит. Крит в основном плюс уклонение. Так. Ну что, давайте сейчас ее выставим. Хотя бы посмотрим. Места на краса поставим. Вот такая вот сборочка. Сам талантик Железная воля. Вот красиво скин ее действует. Как видите, то есть стрелок уже не страшен ей. Точно так же, как бы не проблемно для нее будет все остальные станущие герои. Единственное, что Ара может наложить молчанку, либо заморозить ее можно. Так, в принципе. Вот такая же медуза. Тотеми. Он накраслил. Жизни, конечно, у нее немного. Где использовать? Можно ее использовать на забытой. Также на королевской некоторые используют. Я использую ее чисто на лабиринте. Некоторые на фортах используют тоже, то есть герой более такой интересный. Можно также на елейских демонах использовать. Вот видите, плюс одна клетка, она их свободно достает издали. Плюс она не станется. То есть в этом тоже плюс. Ну, ее завалили, конечно же. Так, ну ладно, давайте ее сейчас качнем. Улучшить. Качаем сразу же восьмерочку. Итак, 8-8. 18 секунд. Атака на 90% увеличивается. Также герой получает иммунитет к оглушению, страху и эффектам, снижающим энергию. То есть фактически он у вас встает более универсальным. Сейчас мы только сюда ангела поставим. Вот так вот. Пойдем посмотрим, что у нас изменится в рейдах. Так, ее слили. Сейчас мы ее оживим. Так, выпускаем. Ну, как видите, урона у нее
Немало. Конечно, стрелок нас затанчил. Что там у нее по жизням творится? 135. Ну, как и Лео. То есть они... Ну, хотя бы у Лео встроенный бастион есть. Тут бастиона, к сожалению, встроенного нету. Но плюс этого героя она бьет сразу несколько целей и станет и отнимает энергию. То есть в этом очень большой плюс. Плюс у нее радиус действия и ее талантика не маленький. Единственный минус, он точно так же, как у Лео, рандомный. То есть он может как и по зданиям бить, по юнитам. Лучше всего, конечно, использовать на локациях, где только есть герои. То есть, опять же, та же самая забытая, форты, лабиринт. Так, окей. Ну, так вот, в принципе, саму суть вы увидели, то есть не успел немножко. И героя данного, думаю, многие знают. Так, ну теперь давайте самое основное, ради чего мы ее качали. Это тест на забытой битве. Так, забытая, создать команду. Ну, а вот моя команда, Леди Лео. Есть Бигфут. Давайте так вот сделаем, Бигфута уберем. Будет у нас в первой линии Леди Лео, и Медуза. Так, вот давайте с этой команды начнем. Посмотрим, как они будут сейчас справляться. Вот, она включилась, и Леди Лео включилась. Единственное, конечно, она сейчас тут герои посильнее противника, они сливаются. Но самая основная задача это была застанить и отнять энергию. Они, в принципе, с этим справились. Вот Бигфут, кстати, с каменкой. Кто хотел универсального, сделал на него обзор. Посмотрите, кто не видел обзор, там топ-1 на угольной заняли. Он, видите, неубиваемый стоит с каменкой. Вот его бьет Некрос. Куча героев, и ему хоть бы что. Все пофиг. То есть даже не убили его, видите? Так. И тут Фрейя должна зарешать. Ну, эту пачку тоже, думаю, мы осилим. Малышник с грубой силой. Если выживет, конечно, но он не выжил. Но все равно. Затащили. Так, пряник. Ну, сейчас мы тебе дадим кнута. Пряник. А вот тут вот у нас ара есть. Ну и опять же, смотрите, что у нас получается. Вот так вот. Мы сработали первыми и без проблем их затащили. То есть именно для забытой этот талантик довольно-таки неплохой. 18 секунд вполне хватает, чтобы герои там слили вражеских и стали живы и не застанены были. То есть для этой локации один из топовых талантов. Ну давайте еще разок. Енота накажем. Или он нас накажет. Так, смотрим. Вот опять же. Стан. То есть, видите, да, даже Фрэнки, который там типа станер мега крутой, он ничего не смог сделать. Он просто их не может застанить. Так, тут у нас Фрейя на Фрейю. Ну, сейчас посмотрим, кто кого. Все-таки нас слили. Ну, решили. Так, а что тут? Интересно будет сейчас, кто кого. Малышник. Ай, малышника быстро слили. Обидно. Давай, Анубис, с черепом тащите. Слили. У нас остался один Анубис, но его сейчас сольют, к сожалению. Ладненько. Давайте сейчас посмотрим на них в лабиринте. Ради этого, в принципе, я и качал как Леди Лео, так и Медузу с этим талантом.
Есть еще пару вариантов, думаю, скоро я их тоже сделаю. По этому талантику. Так, 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 так. Вот наша медуза. Вот два героя. Тут, конечно, у нас слабенькие пачки. Ну, сама суть проверить. Вот одна и вторая, как видите, вообще беспроблемно. Изи сейчас должны справиться, по крайней мере. С первой справились. Так, как тут у нас лучше побежать? Побежим вот так. Потом верхом зайдем. То есть одна и вторая, в принципе. Единственное, что они боятся, это ары. Ну и плюс малыша Ника, там, Бигфута заморозки. Это да. Но это от этого у всех героев нету иммуна пока что. Возможно, скоро еще что-то придумают новое. Ну, как видите, они без проблем вдвоем справляются с пачкой. Максимум стана. Вот единственное, я не понимаю, почему иногда они бывают тормозят перед ударом. Бывает такое. Без проблем. 18 секунд, как видите, даже не проходит. Поэтому тут самая основная задача первым ударить, снять энергию и застанет. Тогда у тебя шансы 90%, что ты выиграешь. Единственное, что можно из-за силы, как у меня на верхних этажах, там просто попадаются даже слабенькие, вроде на взгляд, пачки. Но они очень-очень мешают. Ну тут, конечно, нас уже раздали. Да, вот так вот. Давайте. Нет, дедшот не будем делать. У нас, в принципе, карты есть. Давайте им сюда опять кинем вот так вот рташку. Так. Вот они сейчас будут рташку атаковать, а мы тем временем посливаем их. Отлично просто. Просто отлично. Вот такой вот талантик, в принципе, больше всего он заходит на Анубиса и на Минотавра на подземке. Но если у вас уже подземки пройдены, то есть смысл поставить кому-то из этих героев, которых я уже обзоры сделал. Так, 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 это что у нас? Это уже у нас игрок. Ну, давайте попробуем. Ради интереса. Нет, тут, конечно, к сожалению, без вариантов у нас. То есть есть смысл. Вот моя пачка. Основная, которую я играю. Видите, они стоят во второй линии. И вот они первыми бьют. То есть без проблем. Мы просто его героя выбиваем. То есть ради этого, как бы я и прокачивал этот состав. Именно этих... этих героев, потому что как Лео, так и Медуза, как по мне, одни из топовых героев на прохождении. Они дают и стан, и отнимают энергию, и причем массово, особенно Леди Лео на 12 скилле, там две зоны, и плюс зонально бьет Медуза, поэтому есть смысл этого таланта на этих героев, их смысл их вообще прокачивать и использовать здесь, если у вас цель там получить хотя бы минималку по кулакам, не говоря уже о синих кристаллах, которых тут, ну, нормально дают, правда, надо времени нормально потерять на это все. Ну, также вы имеете бонусы в виде вот этих вот сундуков с гоблинов, которые тоже действительно реально помогут вам собрать заклинательницу, но, правда, придется немножко помучиться. А, ну, помучиться это в моем случае, потому что у меня силы много. Если у вас силы немного и нормальные герои, вы можете это сделать намного быстрее. Там 50 этажей, кто смотрел китайку, я там прошел без особо заморочек. Чего не скажешь сейчас в основном аккаунте, тут уже не все так просто. В принципе, все. Вот такой вот обзорчик на этого героя был. Вы уже сами решаете, стоит ли качать вам ее или нет, но реально талантик очень хороший и полезный. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репостики. Всем пока.